Продолжается большая рабочая поездка по округу губернатора Югры. Сегодня в первой половине дня Наталья Комарова работала в Сургуте. Посетила окружной кардиологический диспансер. Здесь представили новое приобретение – революционный компьютерный томограф. Единственный в Урфо и пятый в России. Приобрести аппарат удалось по региональной программе развития здравоохранения до 2020 года. Его стоимость – 125 миллионов рублей. Благодаря новому приобретению увеличилась пропускная способность пациентов. В день специалисты проводят свыше 20 исследований. Детально диагностировать сердечно-сосудистую систему человека можно всего за одно сердечное сокращение. На визуализацию органа теперь тратится не более 0,2 секунды. Аппарат позволяет обследовать как детей, так и людей с избыточным весом до 300 килограммов. Еще одно преимущество у этого томографа – значительно снижена лучевая нагрузка на пациента. Имеет ряд преимуществ. Это использование данного аппаратуры у тучных пациентов. Он позволяет нам выполнить исследование пациентам до 300 килограммов. Второе, то, что имеется интеллектуальная технология коррекции артефактов, что очень немаловажно при исследовании пациентов новорожденных, так как у них частота сердечных сокращений больше, чем у взрослых.